Приветулечки. Мне приехала посылка с Zara, причем курьер. Я такого еще не видела. В общем, он позвонил, говорит, вам посылка. Я буду через 5 минут, вы на месте? Я говорю, да, я на месте. Хорошо. Я, значит, сижу, жду, пока он мне позвонит еще раз, чтобы я к подъезду вышла, потому что у него же нет кода домофона, даже у меня его нет, я открываю этой таблеткой. Вот, и тут звонок в дверь. Я такая, кто там? А то вдруг это Мосгаз. Вот, в итоге, он говорит, это посылка Zara. Я открываю дверь, он говорит, на чье имя? Я говорю, Анна. Он такой, да, все верно. Говорит, держите. Я говорю, ну, отлично. И доставляли это Омнива. Омнива. Они тут, видимо, как сказать, все доставляют. Так, у нас здесь Трамп, который хочет тоже эту коробочку сожрать. Так, сейчас мы это откроем, наверное, как-то. О, распаковочка. Люблю распаковочки. Так, а как это? Интересно. Что-то я не въеду, как это открыть. Мудро. Это придумано. Уже не знаю, как открыть коробку. Силой, как это сказать, правильно примененной женской силой. Опа. Опа. Да хрена с два, она так просто откроется. О, боже. Слушайте, за что я люблю заровские посылки? Посмотрите. Они упаковывают просто как... Ну, в общем, хорошие из бутико. И прям... Боже мой. А здесь... Я надеюсь, это не тот же самый пуховик, у которого сломан молот. А здесь мой пуховичок. Тихо. Трампе. По жопе сейчас дам. Не надо портить мой пуховик. Нельзя. Тихо. Ну-ка. Собачку пришлось выгнать, чтобы не скрыться. Вот так вот. Супер распаковка Зары не случилась. Ой, слушайте, он пух, что ли? Я думала, это не пух, а это пух. Вроде было написано на сайте, что 100% натуральный полиэстер, а там пух. Да. Ну что, я считаю, что это просто-таки успешный успех. Да, молния нормальная, не та, которая была в магазине. Это хорошо. Это чудесно. Все, я теперь не буду мерзнуть. Ура! Ура! Так, сейчас я поставлю камеру подальше, чтобы было видно меня с ногами. Она. Так. Ну что, влезаю с ногами, в тапочках. Но это очень круто. Все. Я счастлива и довольна. Теперь я не буду мерзнуть. Но сейчас надо все-таки проверить, какой все-таки наполнитель у этого пуховика. Потому что очень меня удивило,
Вот это вот кусочек, видите, с перышком. Обычно такие штуки делают, когда пишут, что из пуха. Пух перо, типа. Ничего не понятно. Не на английском. Полиэстер. Вроде полиэстер пишут. Почему-то там пух нарисован. Inditex. Ничего не понятно на самом деле. Так, еще какой-то. Filled with new materials. Washed, sterilized, according, тарам-барам. Down feathers. Интересно, down. Может быть, down это значит как раз. Ну ладно. В общем, в любом случае, мне все нравится. Я наконец-то нашла пуховик, который мне подходит, в котором мне тепло. И можно теперь ходить в платье, а не только лишь в штанах с начесом. А теперь можно надевать платье, и будет мне тепло. Так, тарам-барам. Филинг. 70% каких-то материалов, но, видимо, 70% все-таки пуха и 30%. Сейчас я загуглю, что такое даун и фезер, потому что я не знаю, что это. Для таких супер одаренных, как я, даун — это пух, а фезер — это перо. В общем, 40% пера и 60% пуха в этой куртке. А я думала, что это полиэстер. Ну ладно, тем теплее будет. Но, правда, со стиркой будет заморочка, потому что пух-перо, его нужно потом прям на самом деле избивать палкой после стирки, чтобы этот пух-перо вернулись на место. И, конечно, вот эти места у пуховых курток, вот эти места плечи у пуховых курток быстро приходят в негодность, потому что пух сползает куда-то вниз, и в конечном итоге все остается в подоле. Ну, к сожалению, все ля-ви, но будем надеяться, что я не буду мерзнуть плечами. Ну ладно, в любом случае, пуха мне нравится, пока он не стиранный ни разу. И хорошо, что он не светлый, потому что пух-перо, конечно, да, стирать нужно было каждую неделю. Этот цвет каждую неделю стирать не нужно, поэтому это меня спасет. Ну, в общем, мне кажется, это суперудачная покупка. Я очень довольна. Еще здесь, смотрите, Wind Protection, Water Protection. Подходит для температуры до минус 15. Ну, в общем, он меня здесь спасет. Вот так. Я уже в своем новом пальтеце. И мы идем. Идем я попить кофе с плюшкой. А Ник идет поесть супчика, потому что он не наелся. Жуть вообще. Обжора. Вот. А пальто теплое. Прям, я могу сказать, даже жарко мне в нем сейчас. Но надо привыкать. На самом деле, надо привыкать и просто надевать что-то полегче. И я рада, что в этом пальто мне теперь не нужно уже надевать постоянно эти теплые штаны. Достаточно надеть джинсы без подштанников, тоненькую кофточку, и мне будет счастье. Вот, оно непромокаемое, и это мы сейчас как раз таки проверим, потому что сейчас идет морось. Мы придем в кафешку и посмотрим, как он там промок, не промок, или с него все скатилось. Будем надеяться, что не промокнет. Вот. Мы пришли в магазин, который называется Депо. И, наконец-то, я сейчас вам покажу. Мы забираем крышку для белого друга дома. Наконец-то они появились. И еще мы нашли 15 евро вот этот мой супер ролик. Потому что это, конечно, супер вещь. Я когда в спортзале им раскаталась, я поняла, что есть жизнь на Марсе. И все хорошо. И вот сейчас мы себе такой же решили купить. Короче, купили мы и крышку, и ролик.
ролик вышел без копейки 16 евро. Ну, то есть это примерно 1000 рублей. Как в Декатлоне, даже чуть-чуть дешевле. Вот. И роликов тут всяких разных было до чертовой матери. Вот этот был самый дешевый, 16 евро. Он коротенький, был голубой, чуть-чуть подлиннее, 45 сантиметров. У этого 33 и диаметр 14. Был чуть-чуть поменьше в диаметре, но он был с шипами. Я что-то как-то не рискнула. Это, наверное, будет прям сильное промятие хребта. Вот, и были наборы всякие разные. Внутри там были разного диаметра ролики эти, какие-то еще прибамбасы. Ну, в общем, короче, чистая цена всяких разных роликов здесь получается от 16 до 36 или 37 евро. В общем, разный набор. Как по мне... Вот этот вот, типа, 14 в диаметре и, сколько получается, он 33 длиной. Оптимальный вариант, чтобы и хребет прокатать, и мышцы забитые тоже прокатать. Больно адски, эффект потрясающий. Я затестила наш новый фитнес-ролик. И что могу сказать? Оказывается, ролики, они разные по материалам. То есть вот этот материал, это какая-то вспученная пена, наверное, или какой-то вспученный пластик, что-то в этом роде. Ну, в общем, он мягенький, вот он немножко проминается, но они разные по плотности. То есть вот этот прям супер плотный, и раскатываться с непривычки было больновато коже. Тот, который у меня в Москве, он чуть помягче, и на нем вообще коже не больно, то есть ты раскатываешь мышцы, все хорошо. И вот в спортзале тоже на нем было не больно. Может, конечно, они со временем размягчаются, мнешь своими телесами, они размягчаются. Но пока вот с непривычки больновато, но я думаю, это пройдет через какое-то время. Тело привыкнет, это как стоять на иголочках. Вот, в общем, вещь супер крутая. Сейчас будем еще, Ник вернется с прогулки с Трампом, будем пробовать прикрутить сидушку унитаза новую. И я думаю, что будет нам счастье. Пуховик, кстати, про пуховик забыла сказать. В общем, он не промокает. Мы пришли в кафе, с него скатились все капельки дождя. И, в общем, он тут же стал сухим. Так что это круто. Сразу проверили его в действии. Вот. Так что закругляюсь и иду прикручивать крышку для туалета.